Меня зовут Дмитрий, это завод «Воронеж Агромаш», группа компании «Агрострой». Сегодня хочу вам рассказать про конвейерную сушилку. Точнее, частичная сборка у нас собирается, но расскажем про отдельные узлы. Видите, да, конструкция полностью на болтах, сварки нет здесь вообще. То есть у нас есть производство, какое позволяет нам это делать, да, то есть понятное дело, что это ремонтопригодность, это соосность, это эстетика, качество сборки, но основное преимущество. Мы сейчас разбираем момент, чтобы самые ходовые сушилки, мы понимаем, что это от 10 тонн в час до 25 тонн в час. И мы сейчас решаем вопрос позиции логистики. В основном на этих сушилках всегда нужен трал и фура. Вот мы сейчас прорабатываем вариант, чтобы можно было грузить эти сушилки 10-тонные, 15-тонные, 20-тонные, 25, соответственно, на один трал. И упаковку делать, чтобы можно было везти на одном трале. Не на трале и фуре, потому что это удорожание идет. Если мы везем там в Иркутск или в Красноярск, либо еще в какие-то регионы, по Волжье, сами понимаете, да, то есть это дополнительные 300, 200, 100 тысяч, но они накладываются.